с вами Jill Lydon's Family. Сегодня мы разберем хореографию Kepler with Dada. Итак, наш кусочек начинается с того, что мы стояли ровно на центр. И начинается кусочек, что мы заводим ручки через крест на плечики, при этом шагаем на правую ножку. Пам! Дальше движение заканчивается на левую, и затем на правую мы падаем, переносим вес, левая у нас идет вперед, и ручки через кружочек идут на центр, и мы подставляем левую ножку. После этого ручки у нас вот в такую позицию, и они постоянно будут закрываться, то есть не раскрываться, а именно вот. Это движение у нас будет 3 раза, вместе с этим будут идти ножки. Кик, кик, упали, да, то есть мы переносим вес на правую ножку. Затем снова поворачиваемся на центр, руки у нас идут наверх, и сгибается правая коленка. При этом у нас чуть-чуть наклоняется голова. Пум. После этого ручки вот в такую позицию, и мы поменяли коленку. Затем пам, закрыли грудную клетку, снова поменяли коленку. И поднимаем правую ножку, хлопочек перед собой. После этого правая ножка у нас идет в сторону. Руки у нас работают таким образом, что мы замахиваем левую наверх и меняем руки местами. И так будет 2 раза. При этом у нас постоянно отрывается правая ножка. То есть мы пришли сюда, и у нас 1, 2. Затем рука у нас слева вот в такой позиции. Правая будет в такой же позиции, только у нас будет она заводить кружочек бедрами. То есть слева направо мы будем делать кружок. Эта рука у нас ничего здесь не делает. Затем поднимаем левую ножку. Правая у нас вот в таком положении у головы. И переходим. Левая, правая, левая, и справа будет движение. То есть мы наступаем на правую, и у нас руки работают правая, левая и вместе. При этом мы будем немножко присаживаться. Правая будет у нас уходить в правую сторону, и корпус весь немножко сдвигается в левую сторону. Та-да-та. И 2 раз. Та-да-та. Да. То есть еще раз сначала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ва-да-да, ва-да-да. Угу. После этого переход. Центровая девочка делает такое же движение, похожее, и затем вступают все остальные девочки на то же самое, то, что мы только что делали. То есть у нас следующее движение, немножечко перешли, и снова пам, 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 пам. Здесь чуть-чуть будет меняться движение, ножка у нас делает все то же самое, руки чуть-чуть выше, то есть у нас были здесь, около бедер, здесь они чуть-чуть выше грудной клетки, и движение первое, замах такой же, здесь вот такая позиция рук. Затем, пока поднимаем еще раз ножку, правая у нас рука встает в такое же положение, как левая, и левая бьет еще раз. То есть, если посмотреть на это движение с этой позиции, у нас идет пум-пум, да. Можно чуть-чуть добавить грудную клетку, чтобы смотрелось движение. И затем такой же поворотик, бедра у нас идут слева направо, и здесь уже не такое положение руки, а просто вот ладонь, мы будто бы отбили от головы, и пошли дальше перестраиваться. Здесь мы закончили, перешли левая, правая. Да, здесь у нас на счет 2 будет следующее движение. То же самое, что мы делали в первый раз. Ва-да-да, ва-да-да. Да. И затем переход на вторую часть припева. У нас тоже опять небольшой переход, и мы спрыгиваем на счет 8. Ручки у нас будут вот в такой позиции перед собой, идти наверх. И вместе с тем, как они поднимаются наверх, мы прыгаем. Пум. И как приземляемся, руки у нас складываются на друг друга, и пальчики идут вот таким вот образом. То есть мы постоянно меняем большие пальцы, и чтобы картинка у нас была вот такая вот на центр. Да. И постоянно, пока у нас будут бедра идти вправо, лево, вправо, лево, руки у нас с этой позиции будут опускаться вниз. Да. На уровень грудной клетки. То есть прыгнули. 1, 2, 3, 4. Дальше руки здесь остаются. Мы оставляем правую ножку, и назад у нас будет 3 движения. Пам, пам, пам. Да, то есть мы подаем корпус вперед, бедра назад. Затем снова ножки у нас вместе. Руки делают то же самое, и на счет 8 мы опять спрыгиваем. И 1, 2, 3, 4. И здесь мы не делаем снова уход в сторону. Здесь опять переход. Мы можем сделать то же самое, что делают две девочки, которые пересекаются. У них партия на друг друга делает ручки, остальные просто переходят. Поэтому здесь 2 есть варианта. Снова переход и то же самое, что мы только что делали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, раз, 2, 3, 4. И здесь тоже меняется кусочек. Руки у нас идут через левую сторону вперед, вот таким вот движением, то есть мы немножечко шевелим пальчиками. И затем спрыгиваем либо сюда, либо сюда. И вот эта рука у нас делает 3 раза. Ва, да, да. На третьей можно ее уже опустить, девочки тут переходят. То есть это совмещенные партии с центровыми, те, кто делают, естественно, и поют партии. То есть либо ва, да, да, ва, да, да. И на этом заканчивается, в принципе, наш кусочек. Соберемся под счет. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Ва-да-да, ва-да-да, та-да. Раз, два, три, 4, 5 и 6, 7, 8. Раз, да-да-да, ва-да-да, переход. 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Собираем весь этот кусочек под 50, 70, 85 и 100%. Oh,